Анонс и точь до выхода пятой серии турецкого сериала «Ограбление». Пятая серия сериала выйдет в эфир 1 февраля. Ранее в сериале мы увидели Акая, который произносит свое имя и рассказывает о том, что он является сыном Неджипа Талана. Он обращается к своему учителю и говорит, что собирается прийти к нему. Он придет из-за того, что мужчина у него украл. Это все передается мужчине через записку, которая действительно немного пугает и шокирует его. Он боится, что все это не пустые угрозы, и что за ним действительно могут прийти и как-то навредить ему. Друг спрашивает у него, в порядке ли он. Он обращается к нему, как и привык, по имени Каран. Мужчина говорит, что он настолько в порядке, насколько это вообще может быть далеко от чего-то плохого. Отец Эйнеп встречается с мужчиной. Рауф говорит ему, что дочь – это самое дорогое и ценное, что вообще есть у него в жизни. И он просит того не забывать об этом. В кабинете мужчина видит несколько убитых. Ему говорят о том, что у погибшего есть брат Седат. И его он тоже должен заставить замолчать. Мужчина соглашается на это. Он понимает, что у них сейчас просто нет иных вариантов. Они должны заставить замолчать всех, кто представляет для них опасность. Карри рассказывает, что Седата везут в больницу. У Рауфа интересуется, какой из своих прошлых грехов он на этот раз прикрывает своими людьми. Мужчину такие вопросы выводят из себя, и он срывается на парня. Кара говорит Ягмуру, что недавно уже прошли все места, где им можно было бы остановиться. Последний выход был ими пропущен. Говоря это, он выглядит спокойно. Пятая серия сериала выйдет в эфир 1 февраля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.